Ехал я из пункта А в пункт Б, из одного в другое Гальтепе. Ведь в том другом открыли КБ, завезя туды каберне. На пути моем стоит алкаш, значит, въехал я в Сураж. Кудыбеч, дальше ж Красная гора, наша черная дыра. А справа шо? А Унеча? Меня там точно покалечат. А уж если ломанусь в клинцы, не найдете вы мои концы. Знаю дурака судимого, он, естественно, из Климова. Спалил по пьяни соседу сруб и отъехал на 5 лет в стародуб. Была баба у меня кретинка, ее такою взрастила злынка. И одногруппник мой не меньше кретин, курощуп из поселка Мглин. Чую дальше, чую перегар, значит, я пересекаю пагар. А впереди ждет, ну просто блеск, рай алкоголиков, трубчевк. Чем дальше еду, тем сильней проблемка, ведь впереди маячит суземка. На въезде баба толстая, оплывшая, ёпт, это моя бывшая. Сделал ноги, вдруг слышу треск. Это шо у нас там, а? Севск! Кто-то в драке сломал ногу, спину, руку, голову. Короче, не поеду я в Комаричи, там за месяц меня играючи. Да и в Навлю я не помчу, ведь и там я в клюкву получу. Вдруг слышу песню Ядрёна Вож, этот долбоёб мчат в Бытож. Я за ними полетел, и вот на пути моём возник, и вот тут я вспомнил одну тварь, живущую в поселке Старь. Он золотое у меня украл кольцо и поменял на ганджу басельцо. Есть на карте области отметина, шопа мира Рогнетина. А в Дубровке с Жуковкой вечно будешь ты бухой. Еду я сквозь деревню Олень, как известно, столица деревень. И вот она, красавица Клетня, столица мира, ведь оттуда я. И я готов расцеловать город почеп и раздавить в его честь пузыречек. А если хватит сил, глыну сразу 2 за то, что там не был я.